Наконец-то эта коробочка уже у меня. Так, надо бы включить свет. Наконец-то эта коробка, магическая коробочка у меня. Ну, пора ее открыть. Ага, и где у вас сила? Тут какая-то бумажка непонятная. Так, ее бы не мешало развернуть. Только как она тут разворачивается-то? Так, дурацкая бумажечка, давай. Давай, может, ты будешь разворачиваться-то? Жаль, эта бумажка не волшебная. Она могла бы сама может развернуться. Блин, не получается ее развернуть. Ладно, опа. Мне кажется, я почти... Давай, 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 бумажка, открывайся, блин. Осталось совсем чуть-чуть. Ага, мне кажется, вот. Вот, кажется, это бумажка. И к ней еще инструкция. Нужно сказать, коробочка, коробочка. Дай мне силу. Ой, блин. Что это было? Когда вы получите силу, вы можете использовать его созданию акум, которые делают все добрыми помощниками или злодеями. Вот злодеи мне-то как раз и понадобится. И эта сила уже у меня появилась. Это хорошо. Какой же все-таки хороший день, не правда ли, ребята? Да уж, после таких уж приключений с этими опасными, с этим опасным злодеем и его прислужниками. Хорошо, что мы с ними смели разобраться. И вот сейчас на нашем острове все спокойно и все просто замечательно. Ага, все на округе здесь спокойно, может разговаривать друг с другом. И, в общем, все у нас хорошо. Пойдемте-ка немножечко прогуляемся. Ну, пойдемте. Ой, ребята, смотрите. Кажется, там кто-то книгу читает. О, это же Миньон Дэйв. Давайте немножко с ним пообщаемся. А то давненько мы с ним не общались. Ага. Привет, Дэйв! О, привет, ребята! Я смотрю, ты на книгу читаешь? А что это за книга? Эта книга называется «Легенда о камне Бахах». Камни Бахи? Что это вообще за существа такие? В книге говорится, что камни Бахи – это такие необычные существа, которые в виде камня, и когда при каждом прыжке они могут вызывать взрывную волну. Серьезно? Да, так в книге написано. Жаль, их только в реальности не существует. Я бы хотел бы с ними как следует разобраться. Ага, разобрался бы, и они бы тебя откинули. Ха-ха-ха-ха-ха! Че? Что? Ах, эх, вы. Эх, эх. Ладно. Ну, ладно, мы пойдем дальше. Пойдем себе. Пока. А, ну пока. Пока. О, вот и моя первая жертва. Она просто идеальна. Это что такое? Не понял. А вы еще кто такой? Не важно, кто я. Важно, что я хочу от тебя. И что же вы хотите? Следи внимательно за этой бабочкой. И что в ней особенного? Когда я досчитаю до трех и щелкну пальцами, ты будешь делать все, что я тебе прикажу. Ты помнишь на этого? 1, 2, 3. Теперь ты камни Бах. Теперь ты сделаешь все, чтобы разгромить этот остров. Хорошо, хозяин. Я сделаю все возможное ради этого. Надеюсь, что он меня не подведет. Хотя бы с первого раза. Ох,
вашем острове все очень хорошо, правда, ребята? Ага. А? Это что был за шорох? Ой, ребята, что это было? Понятия не имеем. Я ко мне бах! Откуда ты это? Я уничтожу весь ваш остров! Это было неожиданно! Да уж! Ну, знаете, ребята, мне кажется, раз на острове появился злодей, значит, в скором времени появится и супергерой! Матильда, что за глупости ты несешь? Ну да, ведь супергерои только в комиксах существуют, ну и в фильмах. Да уж, я согласен со Стеллой. Мне кажется, что точно появится. Что они точно появятся, правда, Бон? Да, я тоже ей верю. Ну, знаете, мы пока уже пойдем спрячемся где-нибудь. Да уж, это было неожиданно. И, ох, вижу, дела совсем плохи. На нашем острове появился какой-то злодей. И видимо, на помощь супергероев. Хорошо, что я когда-то раньше давно был супергероем. Но мои силы уже слишком слабы для этого. Нужно дать какие-то особые коробочки с силами кое-каким двум членам. И это будет Ред и Стелла. Пойду, пожалуй, за ними. Я тихонько их найду и положу им. Ребята, мне кажется, нам лучше всем отправиться в безопасное место. От этого камнебаха. Ага, побежал. И я побежал. Да и я побегу. Я тоже побегу. Как же туда база с этим монстром? Ой, а что это я такое споткнулся? Коробочка какая-то непонятная. Интересно, а может ее открыть? И бумажка какая-то. Инструкция. Чтобы у вас появилась возможность стать супергероем, вы должны будете сказать: Коробочка, дай мне силу. А? Что это вообще было? Ладно, перед тем, как понять, как трансформироваться, вы должны понять вашу силу. Ваша сила – разрушение. Чтобы вы смогли что-нибудь разрушить, точнее превратить все было и ржавое, вы должны будете сказать: Катаклизм. Ну а теперь мы скажем вам, как трансформироваться. Ну, вы станете суперкотом, и вот как вам трансформироваться. Вы должны будете сказать: трансформация! Пресекайся, Мэдибак. Ого! Это так круто! Не бывает на остров, я иду тебя спасать! Что-то страшно. А это что еще за коробочка такая непонятная? Себе красный шарик. Пока пойди себе красный шарик. Так, ладно. Пока бы, пожалуй, я открою. Инструкция какая-то непонятная. Ладно, надо ее прочитать. Чтобы восстановить свою способность, вы должны будете сказать: Коробочка, дай мне силу. Ого. Ваша сила – это сила создания. Чтобы сказать, чтобы вы создали то, что вам поможет, вы должны будете сказать: супер шанс. А теперь вы можете трансформироваться. Вы будете Леди Баг. И вы скажете: трансформация! Быстрее. Сразу двое свои руки. Ого, это все так необычно. Ладно, буду пробовать спасать мир. Уничтожу. Ты не посмеешь. О! Да. А? Ты еще что за супергероиня? Я Леди Баг. А я суперкот. Ну что ж, рада с тобой знакомству. Похоже, это наш с тобой неожиданно с тобой тут неожиданно злодей появился. Суперкот, отходи. Как думаешь, у нас с тобой выйдет отличная команда? И я пока что не особо знаю, но думаю, мы как-то уж разберемся с этим.
уж, это будет довольно сложно победить. Да уж, если честно, я впервые пользуюсь суперсилой. Я, если честно, тоже. Ладно, получай. И теперь мой выход. Ха, довольно-таки крепкий орешек. Да уж, кто бы в этом сомневался? А он косится на меня! О нет, если он так и будет дальше прыгать, он разделит весь остров на две половины! Да уж, это сильно плохо. Или вообще на 4 куска, вообще на несколько кусков. Я не знаю, надо сразу что-то действовать. Ладно, похоже, придется использовать суперсилы. Ну хорошо. Супер шанс! Это что, кирпич? Ого! Кажется, это сильно много оглушило. Суперкот, толкни его подальше! Кажется, у нас получилось, такой суперкот. Ага. Они не знали, что во мне таится, что на самом деле я заколдованный их дружочек. А теперь, похоже, благодаря силе, настало время распространить зло. Ладно, суперкот, мне кажется, мы с нашей Димсей разобрались. Да уж. Да уж, ладно. Ладно, нам пора. Как будто ушла, ты снижешь быстрый костюм. Ох, как же все хорошо. Да уж, у нас появились новые герои. Да уж. Ой, ребята, у нас тут чувство наверняка все будет очень весело. Что происходит? Мы же вроде как их победили. Она не пришла. Странно. Мы же вроде их победили. О нет. Кажется, я забыл про действие. Нужно же было изгнать Акуму. Мне кажется, мы недостойны на такое. Идите ко мне, мои слуги. Мои братья, ко мне бахи. Теперь... Эти супергерои, которые появились, они были неудачливыми. И теперь нас никто никогда не остановит. Продолжение следует. Ребята, посмотрите видео слева, а еще посмотрите видео справа. Подпишитесь на канал на красной кнопочке внизу или на значку канала, который также находится внизу.